Итак, сейчас еще покажу, вот как ванну делаю. То есть, вот я ее установил сейчас. Вот эти вот направляющие все поставил. Вот здесь вот у меня, так как там он не до конца ванна была, я там заполнил клеем и туда вдавил прям край ванны, то есть клей аж вот вылез весь. И здесь сейчас я еще заполню силиконом край. И потом сверху еще будет плитка укладываться, то есть, чтобы вода вообще никак не попала под ванну. И плюс еще ванна лучше прилипнет. Сейчас лишнее уберу. Клей вот так вот я убираю отсюда лишнее. И все у нас тут прям все впритык. Потом очищу, как подсохнет. И тоже пройду силиконом, ну уже когда на чистовую. Ну а здесь тоже сейчас силикон лишний уберу. И наклею плитку. Плитка уже закроет как бы бок вот примерно вот до сюда. И потом тоже будет силикон уже по плитке. Так, ну а здесь... Вот этот вот профиль уже установлен, да, к ванне прикручен. А вот здесь вот наклей на жидкие гвозди, клей коричневый, который воды не боится. Приклею профиль, он схватится за ночь. И на следующий день приду и гипсокартон уже прикручу отсюда до сюда. И потом плитка, ну и тут то же самое. Ну вот так вот получается. Тут замазал все. Тут силикон. И вот сейчас наклеиваю плитку. Видите, все ровно, что было. Так, ну и начали укладывать плитку в туалете. И вот оно подведение к стиральной машинке. Единственное, здесь лючок еще придется маленький сделать, 10 на 10. Или плитка, чтобы съемная была вот эта вот. Чтобы на всякий случай посмотреть можно было канализацию, если где-то там что-то.